Добрый день, господа! Добро пожаловать в увлекательный мир лукоблудия. После выхода некоторых моих роликов многие из вас шарахались от цен на продукцию иностранного лукопрома. Ну а я, в свою очередь, обещал вам осветить другие ценовые ниши. Сегодня у меня есть вот такой лук. Опять, наверное, не совсем важен производитель, не совсем важен цвет и тому подобное. Важна, наверное, ценовая категория, в которой выпускается этот лук. Этот лук — отличный стартап. Начало вашей лучной карьеры. Ну, секрета нет. Это Манкунг 75 CB. Вот такое вот изделие тайваньского лукопрома. Никогда не стрелял из него. Буду сейчас делать это в первый раз. Есть у меня кое-какие задумки. Хочу понять, что это за рыба такая. Что меня подкупает в данном изделии? Ну, во-первых, он полностью готов к занятиям стрельбой или к охоте. Но это мы еще проверим. Второе, он очень похож на моего фаворита Crazy 2. Ну, разумеется, я перед тем, как посмотреть на него, что-то изучил, что-то прочитал. Здесь при помощи одного болта мы меняем растяжку, и лук подходит для любой возрастной категории. От ребенка до пенсионера. Итог. Мы имеем самую гуманную ценовую категорию. Мы имеем в руках готовый лук. Ну а что он из себя представляет, сейчас посмотрим. Ну, в качестве комплимента от тайваньского шеф-повара, как вы знаете, все фирменные луки комплектуются фирменной кепкой. Тайваньский производитель позаботился о нас. Так что пойдемте стрелять. Ну и любимое развлечение боухантеров.
Стрельба по картам. Правда, я ее уже не вижу, с вашего позволения. Вот так, уголочек для примерочки. Отогну. Вот, все. Ой, не так. Так. Не, не считается. Палочку. Ах. Повтор. Наконечник тупой, он не режет, 2 попадания. Ну и ладно. Мне вот так больше нравится. Король бубей, голубь. Убил. Ну что, господа, вы сами все видели. Закончили мы стрельбы. Лук попадает. Какие впечатления? Ну, поначалу было немножечко непривычно. Но после 10-го выстрела все встает на свои места. Это говорит нам о том, что стреляют не луки, а люди. Я стараюсь не делать пустых роликов. Говорю только о том, что имею или что буду иметь. Вот этот лук или подобный ему лук я рассматриваю как. Ну, есть у меня для него кое-какие задачи. Я думаю, вы их увидите. По конструктивному решению, по устройству лука. По заявке производителя этот лук обслуживается дома. При помощи вот этих 2 болтов вы можете ослабить натяжение и произвести замену тетивы, обмотку тетивы, изменение растяжки. Он не требует стационарного пресса. Ну, если, наверное, оценивать по 5-бальной шкале, ну, я его не понял, то есть, ну, что это там такое, там, 30 выстрелов. Но все равно, сейчас уже могу поставить ему твердую 4. Не знаю, как он поведет дальше себя. Будем смотреть. Пока могу сказать, как стартап, как начало вашего пути как лучника, можно рассмотреть такой вариант. И деньги здесь, наверное, уже вразумительные. То есть, ну, теперь мне никто не напишет, да, с таким луком. Да я бы, да мне бы. Вот. И все. А, еще очень хотел провести один народный тест. Сейчас обязательно его проведу. Думаю, многим из вас будет интересен. Меня все время напрягают вот эти вот английские измерения. Футы, фунты. Вот лук.
топ-класса. Вот там стоит изолон. Я в свое время по незнанию купил самый прочный изолон, какой был на строительном рынке. Пробуем. Народный тест. Кстати, лук, опять вот эти английские цифры, 60 фунтов. Ну, чтобы вам объяснить, что такое 60 фунтов, попонятней. Ну, вот если вы не стреляете из лука, вот представьте, вы идете в подъезд, а там сзади я в дверную ручку лопату вставил. И вы пытаетесь открыть дверь. Вот это приблизительно такая же штука. Так, берем стрелу с зеленым наконечником, чтобы понять, и стреляем из этого лука. Теперь, одну секунду, солнце, сейчас, секунду. Теперь берем и пойдем. Даже не требуется линейка, чтобы это все показать. Лук Мэтьюс, который у меня есть, позиционируется как охотничий лук. Данный лук позиционируется как развлекательный. Но благодаря вот этому тесту я понимаю, что я могу его использовать на охоте. А когда у вас дорогой лук топ-класса, вы к нему привязаны, вы вынуждены с ним находиться и идти на конфликт в некоторых ситуациях. Когда у вас с собой подобный лук, в экстренной ситуации с ним можно и расстаться. Вот такой тест. Надеюсь, он вам что-то объяснил. Ну, в любом случае, возьмите это на вооружение. Стреляйте больше, метких вам выстрелов. Курган башкы чаяп тамыйор.